Так, вакуумирование. Вот спустя у нас полчаса, как бы давление не изменилось, значит, утечек нету. Но я, правда, обмыливал все, проверял. Вот, сейчас стравим азот. Вот, и приступим к вакуумированию. Потому что бывает от хорошего потока летает. Ну, повезло. Уже сам показал, что такое не было. Наш вакуумник готов. Довольно мощный. Питает, но работает хорошо. Ну вот, спустя 2 минуты, все же газ у нас вышел. Все, у нас по нулям. И все, включаем насос. Сразу. Насос довольно мощный, двухступенчатый. Ну и оставляем его, пока не отвакуумируется.